Неврит лицевого нерва – это воспалительное поражение лицевого нерва. Неврит лицевого нерва может быть право- или левосторонним. Поражение с обеих сторон встречается крайне редко. При отсутствии своевременного лечения заболевание может привести к таким осложнениям, как атрофия мышц, хронический конъюнктивит, непроизвольные спазмы лица. Факторы, провоцирующие развитие неврита лицевого нерва. Первое. Индивидуальные особенности строения лицевого нерва. Второе. Заболевание придаточных пазух носа, среднего уха, головного мозга воспалительного характера. Третье. Черепно-мозговые травмы. Четвертое. Общие инфекционные заболевания. Корь, паротит, дифтерия, герпес, вирус ветряной оспы, гриппа, цитомегаловирус, аденовирус. Пятое. Нарушение кровообращения в области лицевого нерва. Шестое. Переохлаждение организма. Симптомы неврита лицевого нерва. Первое. Усиливается боль за ухом. Второе. Асимметрия лица. Опущенный уголок рта, не закрывающийся глаз. Третье. Слезы или слюнотечение. Четвертое. Паралич мимических мышц лица. Диагностика. Для диагностики неврита лицевого нерва врач-невролог проводит осмотр и сбор анамнеза пациента, а также может назначить следующее обследование: КТ или МРТ головного мозга, электронейромиография. Лечение. Для лечения неврита лицевого нерва применяется медикаментозная терапия со стероидными противовоспалительными препаратами. Кроме того, массаж, физиотерапия и, в редких случаях, хирургический метод. Берегите себя и будьте здоровы!